У многих возникает вопрос, как сохранить яркие моменты своей жизни, будь то юбилей, свадьба или просто удачное фото. Или вы хотите сделать подарок своим близким, но не знаете, чем их можно удивить? Сегодня я расскажу вам об одном способе, который наверняка понравится как вам, так и вашим окружающим. Виниловые фотомагниты – потрясающий оригинальный подарок. Вы даже не представляете, сколько всего интересного можно с помощью них сделать. Итак, для начала давайте разберем, из чего же состоит фотомагнит. Первое – это виниловая магнитная основа, которая позволяет изделию магнититься к металлической поверхности. Второе – сама фотография, которую мы печатаем на качественной бумаге с использованием светостойких чернил. И третье – это защитная пленка, которая позволяет оставаться вашим фотографиям надолго яркими, качественными и привлекающими внимание. Что же можно делать с помощью виниловых магнитов? У коллекционеров магнитиков из отпуска появится возможность сделать коллекцию своих магнитиков. Больше нет необходимости стоять у туристической лавки и ждать заветного магнитика. Снимайте любые достопримечательности так, как вам хочется. Обращайтесь к нам, и мы сделаем из ваших снимков потрясающие виниловые магниты. Создайте арт-пространство в доме, офисе и на рабочем месте. Украсьте заветный уголок фотомагнитами с портретами, пейзажами или любимыми героями. На любую металлическую поверхность найдите место для воспоминания, а высокое качество печати гарантирует долговечность ваших сувениров и будет радовать глаз. Магниты на холодильник с вашими фотками прямо из Инстаграма, Контакта или Фейсбука. Конечно, да, возможно все. Выбирайте фотографии из соцсетей, заказывайте фотомагниты у нас и крепите их куда угодно. Вы также можете преподнести их в качестве подарка любимому человеку. Магнит может стать необычным подарком, который вы можете подарить родным, друзьям, знакомым, коллегам по работе, затратив на это минимум своего времени. Все, что вам нужно, выбрать картинку, обратиться к нам, а все остальное мы сделаем уже за вас. Что же еще можно сделать из фотомагнитов? Из виниловых магнитов можно сделать фотокалендари, также можно сделать виниловые визитки, можно сделать фотоколлажи. Все ограничивается только фантазией. Придумывайте, обращайтесь, а мы уже остальное сделаем за вас. А по поводу заказа можете обращаться в группу ВКонтакте, там я бываю регулярно, или же писать на Viber или WhatsApp, или звоните лично по телефону. Но, конечно же, лучше ВКонтакте. А с вами я сегодня прощаюсь. Кто что хочет уточнить, узнать, пишите в комментариях под видео, пишите в группу ВКонтакте или пишите также на Viber или WhatsApp. Всем пока! В следующем видео я вам расскажу больше об акриловых фотомагнитах. А на сегодня все. Еще раз прощаюсь. До скорых встреч!